все понять без слов. Без тебя схожу я с ума. Шепчет туч пелена. Беспрецедентный случай. Мне очень хорошо с вокалом все и очень мало рояля. Николай Добкин! Не понимаю, откуда я должна его слышать. Thank you.
песни лететь, словно мы дети, словно мы навсегда. Мысли о вечном, так беспечном, как на песке вода. Песни лететь, словно мы дети, словно мы навсегда. Спасибо. И перед тем, как позвать на сцену наших дорогих эмергентов, мы споем еще одну песенку, на которую мы скоро будем снимать клип. Да, вот так примерно. Или по слезам, сколько жизней она училась никого не винить. Угадай, сколько лет счастье ищет след, сколько было тех, кого она так хочет забыть. Зачем ее лицо настолько прекрасно? Зачем ее ладони настолько нежны? Она так хочет верить, что все не напрасно, ведь люди всегда. Все люди всегда кому-то нужны. Путь домой так знаком, перед сном пешком можно через парк, а можно и напрямик. Кофе, кофе сотня умных книг, прочитанных книг. Зачем ее лицо настолько прекрасно? Зачем ее ладони настолько нежны? Она так хочет верить, все не напрасно, ведь люди всегда, да, все люди всегда кому-то нужны.
На этой радостной ноте я с огромным, с преогромным просто волнением приглашаю на сцену дорогих наших энергических энтов Евгений Глухов, бас-гитара. Юрий Новгородский, гитара. Владимир Воеводин, барабан. Которую давно не играли, это одна из моих любимейших песен, это народная песня, которую Роберт Плант превратил в еще более народную. Ну как, в общем-то, обычно и происходит с народными песнями, да. Чем Роберт Плант не народ? Where did you hide the pain? Where did
играем мы, немножечко поют наши ребята. В общем, свальный грех и полное образие, в смысле, без. В смысле, в общем, все будет хорошо. А сейчас... Хорошая песня, которую написала группа Who. Обязательно надо вот это вот все. Да? No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind. No one knows what it's like to be faded, to be hated, and telling all the lies. But my dreams, they are as empty as my conscience seems to be. Thank you.
Дорогие друзья, раз уж мы так плавно перешли к теме наших любимых Beatles, стоит вспомнить о том, что совсем недавно был день рождения Джона Леннона. И я хочу попросить Верочку Поручикову спеть песню, которую вы наверняка тоже все знаете и будете подпевать. Вера Поручикова. As if you try, no hell below us, above us on the sky. Отчаянная девушка. Я сегодня ее буквально силком вытолкнула на сцену, поэтому она заслуживает двойных аплодисментов. Обычно по осени бывает такое состояние забавное, про которое лучше всех расскажет нам Марина Шаклейна.
Смелых ребят. А сколько у нас микрофонов? 4. А сколько у нас голосов? 4. А сколько у нас ушей? 8. Вот. Я не представила эти четверо смелых, этих четверых. Варвара Иницкая, Вера Поручикова, Ева Мария. И наш новый брат Олег. Я еще не выучила его фамилию, но я уже знаю, что у него очень красивый баритон. Встречайте, пожалуйста.
обязательно придумаем название этому замечательному квартету. Ну а пока мы, с вашего позволения, удалимся на небольшой перерыв, чтобы придумать, чем бы еще вас порадовать. Спасибо большое, не переключайте ваши каналы. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо за то, что вы с нами сегодня. И опять же, вдогонку к недавнему дню рождения Джона Леннона, мы вместе с хором Sunnyside Singers, с отчаянной частью хора, которая не заболела, которая не пошла на в ночную смену на работу сегодня, не пришла сегодня к нам на концерт, мы споем песню. Sunnyside Singers! Thank you.
Сейчас я приглашаю на сцену Сашу Миланич, солистку Sunny Side Singers. Мы споем песню «Арета нашей Франклин». Сейчас мы споем песню про настоящих героев. Дэвид Боуи с нами. Heroes! Встречайте, брат Эдвард Брик! Thank you.
magic to swim. Like dolphins can swim. Though nothing, nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. We could be heroes just for one day. Саннисайдовского полотделения мы попросим Машу Брогман спеть отличную песню группы, которая вчера дала концерт в нашем любимом городе Москва. 21 Pilots называется группа, и House of Gold называется песня. She asked me somewhere. Thank you.
Сейчас мы начнем ударное и, я надеюсь, очень танцевальное отделение. Практически четвертое отделение нашего концерта. А все те же наши замечательные ребята, которые не пошли работать в ночную смену, не уехали в отпуск, пойдут на танцпол и потанцуют. Да, ребята? Обращаюсь к залу, вот так вот протягиваю руку в надежде, что сейчас будет какой-то отклик, а его не происходит. Ну-ка, да, ребята? Другое дело. Can't you?
Сейчас мы сыграем песню, одну из моих самых любимых. Главную роль в этой песне будет играть Илья Изотов. За звукорежиссерским пультом Илья Изотов! Встречайте, друзья! Thank you.
Спасибо.